Учеников Лазовского интерната поздравили с наступающим Новым годом. Детям подарили наборы футбольных мячей, угостили сладостями и фруктами. Теперь у ребят будет возможность заниматься спортом и встретить Новый год, как и каждый полноценный ребенок. Глава администрации Симферопольского района, кроме подарка, вручил директору сертификат на 50 тысяч рублей для того, чтобы школа купила все необходимое для занятия спортом. Мы приехали сюда для того, чтобы проявить свое уважение к ним, собственно говоря, выразить им наше поздравление, ну и пожелать им крепкого здоровья, перспективы какой-то. Вот. Ну и у нас есть ряд коллег, которые нам оказали в этом содействие. Также администрация Симферопольского района сегодня не оставила в стороне и многодетную семью из села Доброе. Они вручили детям новогодние подарки. Дед Мороза, наверное, сложновато. Ну да, сложновато. Ну старшие знают, что уже Деда Мороза нету.